День российского студенчества, или как называют его по-другому, Татьянин день, на территории страны отмечается с 2005 года. Во всех среднеспециальных и высших учебных заведениях проводятся различные мероприятия, приуроченные этой дате. Так, в колледже сферы услуг между студентами отделений состоялась интеллектуальная игра «Брейринг», в ходе которого участники должны были максимально быстро и правильно отвечать на вопросы. В этой игре принимают участие все отделения. Они сгруппировались в небольшие команды, выбрали себе данных, выбрали название своей команды и устроили, можно сказать, сами себе праздник. Итогом нашей всей интеллектуальной игры будут 3 призовых места. Это 3 команды, которые мы выберем. Ну и, конечно, они будут награждаться призами. Торжественное мероприятие, посвященное Дню студента, прошло также в стенах медицинского колледжа, где учащимися были подготовлены различные сценические выступления, вокальные номера и продемонстрирован видеоролик об истории и возрождении праздника. Обращаясь к студентам, директор колледжа Разия Магомедова пожелала всем успехов в учебе и стремления всегда добиваться поставленных целей. Вы, студенты нашего колледжа, тоже в этом году принимаете участие в праздновании впервые этого праздника. Я хочу, чтобы сегодня зародился этот праздник у нас, и далее, чтобы мы всегда вот эти заложенные наши традиции нашей студенческой жизни соблюдали и весело отмечали. Студенческая жизнь, она складывается из множества моментов. Из вашей активной хорошей учебы, из ваших результатов промежуточной аттестации. Вот. Если заглянуть в наше недавнее прошлое, вы прошли первую сессию, зимнюю сессию. Я хочу сказать сегодня, что у нас есть студенты, которые, значит, зарекомендовали себя хорошо, которые получили отличные оценки, хорошие оценки. Приятной частью праздника стало вручение грамот студентам, показавшим положительные результаты в учебе. По словам педагогов, студенческая жизнь – это период открытий, ярких впечатлений, разнообразных встреч и новых знакомств. Время, когда есть возможность проявлять себя и свои способности в разнообразных ситуациях. Многообразие студенческой жизни позволяет ребятам не только расширить свои образовательные возможности, но и занимать активную жизненную позицию, самосовершенствоваться и развивать творческие способности. Зарема Хайбулаева, Абдулла Алиев, информационная программа «Пульс».